Знаете, это происходит как бы не то, что спонтанно. У нас на предприятии работают... Да, люди-то везде добрые, но у нас вообще отзывчивые люди. Поэтому, когда мы узнали, что проходит такая акция, Ирина Аулина к нам обратилась, мы не стали в стороне, не сказали в стороне. И подарки дарить детям – это приятно на Новый год, а одаренным тем более. Я лично сейчас посмотрел после праздника, всю жизнь завидовал людям, которые что-то умеют делать, лучше, чем всех. К сожалению, я там ничего, кроме как работать, не научился в жизни. А вот когда люди играют на баяне, на гитаре, на скрипке, рисуют, пишут картины, а маленьких детей надо за это отмечать и награждать. Как говорил у нас Сергей Михалков, советский писатель и поэт, сегодня они дети, а завтра они граждане. И чем больше мы сейчас к людям будем относиться к детям, тем лучше у нас будет и граждане потом, и государство наше будет, и относиться к своим родителям и памяти. Вот так вот мы считаем.